Куры, где золото найти? Куда вы валите? А? Так где найти золото? Ой, какая мохнатая. Че, молчим? Ну, как всегда, самому придется искать. Да? Да. Всем привет, с вами канал Азов Диггер. Приехали покопать на наше любимое место. Сейчас уже вечер. Пойдем устроим пляжный коп. Изведаем этот пляжик. Ну а завтра водичку. Идем искать. Какой шикарный закат. Водичка просто слеза. Видно, не видно. Там у нас две раздевалки. Пойду пробью их пином. Идем изведывать раздевалки. Последние теплые деньки. Еще неделя. И все. У нас пин. Сейчас мы проверим раздевалочки. Такие древние. Лет 200 стоят. Кусок железяки. Фольга. И куча металла. Ничего. Сейчас мы ее почистим. Ай, больно. Не, это реагирует на железо. Много железа. Первая оказалась пустая. Идем изведывать вторую. Сейчас изведаем, что здесь. Такая старая, заросшая. Ага, а включить-то забыл. О, комары жрут. Пуля? Да? Пулька? Что еще здесь? Так, здесь ничего. Переходим. Сигнальчик. Железный пруд. Нет, это на железо реагирует. Так, и третий. Так, мусор на мусор. Мусор. Ну, сэр, так, и тут у нас
О, Манитосина. О, Советина. Так, это у нас 10 копеек 78-го. Да, первая монетка с СССР. Сейчас поищем еще. Шмурдячок, гвоздь. Так, это в хабарницу. Сейчас очередной сигнальчик. Да что ж нам звенит. О! Петелька на вес. Нет, это уже на железо реагирует. Все. Манитос дернули. Сейчас запустим Эквинокс. Попробуем пляжик пробить. Включаем Эквинокс. Пик. Тюнь, тюнь, отлично. Все, начинаем искать. Первый сигнал. И очень-очень глубокий. Очень-очень глубокий. Не знаю, че дороюсь. 5 палок пишет. Полная, максимальная глубина. Возможно, чернуха большая. Ну, попробуем порыть. Не, выкопал. Вот как скачет. И 16, и 15, и 23. Сейчас найдем. Это у нас алюминиевая проволока. Первый сигнал, алюминиевая проволока. Да, ищем дальше. И с нами катушка Coiltech. Второй сигнал 15. 14-15. Так, это у нас 14-15. Похоже на клипсу. Шмурдячок. Да, клипса шмурдяк. Следующий сигнал 12-11 и очень глубоко. Да, 12-13 уже. Выкопал. Четкие 13. Четкие 13. Сейчас найдем. О, это у нас
Ой, какая ж ты заросшая. Господи. Да, это у нас монетка. Но заросшая, как будто она лет 200 там пролежала. Очень интересная монетка. Ну и кто же ты? Бог его знает. О, еще и фонарик сдох. Отлично. Потом посмотрим, почищу. Да, интересная такая заросшая. Ищем дальше. Звонкий сигнал с большой глубины 17. 17-18. Сейчас выкопаем. Выкопали. Это у нас алюминиевая проволока. Да, она. Следующий сигнал 14-15. И тоже пишет большая глубина. Сейчас выкопаем. Наверное. Да, глубоко. А, выкопал. Четкие 15. Так, это у нас от водки. От старой советской водки. Крышка. Да. Ищем. Да, недалеко отошел. Вот следующий сигнальчик. Но звонкий. Сейчас дороемся. Вырыл. 13. Что у нас 13? Ну, и кто ты? Вот не вижу. А, вот такой вот маленький алюминиевый мусор. Да, берем. Очередной сигнал. 1. Ну, скорее всего, это фольга. Да. Это у нас... Тра-та-та. Что-то по-китайски. Кофе. Берем. И снова сигнальчик. Четкие 10. 10-9. Ага. Снова алюминиевая проволока. Ищем. Снова сигнальчик 15-16 поверхностный. Ну, звенит хорошо. Вот уже прыгающий. Ничего, найдем. А, ну конечно. Это у нас крышечка с под пива. Ну, средний сохран. Берем. Очень четкий сигнал 13. Ну, 13 в основном шмурдяк. Сейчас узнаем, какого вида. Вот он,
Вот он, снова алюминиевая проволока. Да. Очередной звонкий сигнал 21. Это, возможно, серебро. Но это не точно. Вот так вот звенит и прыгает. Ну-с. Не понял. Да что за прикол? Очень интересно. Ну, здесь. Ну. Ага. И что это у нас? Залипшее, заросшее. Вообще непонятно. Что это такое? А, пуга. Это у нас пуговица. Да, это пуговица. А чья? Бог его знает. Надо чистить, смотреть. Да, алюминиевая пуга. И снова сигнальчик возле пуги. 19 и глубоко. Выкопал. Сейчас найдем. О, это у нас не знаю. Да, алюминиевый кусок металла. Да, хорошо звенит. И снова сигнальчик 10. Выкопали. Сигнальчик 10. Ну-с. Опять что-то мелкое. Алюминиевый шмурдячок. Очередной прыгающий сигнал 19-20. Глубоко. Да. На скоб 30 сантиметров. Не докопались. Очень интересно. Выкопали. 18. Сигнал превратился в 18. О, манитосина. Манитосина. Все понятно. 25 укршмурдионов. Металлолом. 92 год. Ну и далеко ходить не надо. 7-8. Сверху.
Вот она, фольгушка. 7-8. Чистим пляж. Восемнадцать сверху. Сейчас выкопаем. Выкопали. Хуис. Алюминиевый оплавыш. Снова сигнальчик 2. Скорее всего, очередная фольга. Один шанс на миллион, что это серьга или цепь. Ну, и где ты? А, ну да, фольгушка. Очередной сигнал возле воды. Ну, звонкий. Сейчас выкопаем. Выкопали. Опа, вижу колечко алюминиевое. Снова шмурдяковый сигнал 5-6. Но звонки, мы же копаем все. Да, шмурдячок. Алюминиевый шмурдяк. И снова интересный сигнал 20-21 с большой глубины. Нет, или не с большой. Но четкий. Четкий 20. А, снова алюмишка. Да, что-то ее тут много. Вот на алюминии подымуся. Берем. Следующий сигнал 9. В основном этот сигнал — это шмурдячок. Да, 9 и осталось. Нос. И куда ты делся? Да. Да. Шмурдячок. Алюминий. Следующий сигнал 11. Глубоко взял. 11, ага, это у нас пробка, да, пивная пробка,
Да, по-разному звенят. И 11, и 14. Да. Ищем. Снова сигнал 15, 13, 16. Такой поверхностный был. Да, алюминий. Здесь его, походу, много. Очередной сигнал 14-13. Глубоко. Сигнал 18. Вот она, монитосина. 50 укршмурдионов. 2003, а не 7. Очередной звонкий сигнал 18. Хорошо звенит. И глубоко. Еще глубже. Да ну, еще глубже. Уже сантиметров 30 выкопал, как пить дать. А вот это у нас что? Это у нас бутылка с под пива. Да, пивная бутылка. Очень глубоко. И по находкам ночного копа. Ну как ночного, часа 3 погулял, на шмурдяк плюнул. Шмурдячок. Один сплошной шмурдяк. Три монетки. И монета СССР 87. Ну ничего, сейчас мы одеваемся в костюмчик и пойдем изведаем воду. Костюмчик десяточка. Надеюсь, будет в нем тепло. Потому что в пятерочке уже мерзнешь. Идем искать. И в наборе костюм десяточка, груза, эквинокс 800, койлтековская катуха и титановый скуп. И идем искать. Полазил часик, пока камера севшая была на зарядке. Чуть мелочухи, но потом на большом обзоре покажу. И вот столько серебра. Серьга заросшая и кусок цепочки. Чё, камеру зарядил, так что идем копать дальше. Идем искать. Водичка, пушка. Медузы плавают, звери. Ну что, в костюмчике класс. Идешь в десяточке и балдеешь, как летом. Так что зимой нам будет не холодно. Еще перчатки куплю. Нормально. Сигнал 10. Сейчас попробуем копнуть. Вон медузы плавают, а? Десять, десять, десять. Не взял, бегает сигнал. Значит, шмурдячок, наверное.
достанем. И не такое доставали. Да, плавучесть у костюма очень большая. Да, бегает сигнал. Какой-то непутевый. Сейчас выкопаем. Выкопали. Выкопали. Да, как я и сказал, шмурдячок бегает. Это только он так бегает. Вон там куча рыбаков. Туда копать не пойдем. Это весь свинец пособираем. Да, их там много. Ищем. Очередной сигнальчик. Железное кольцо. И снова сигнальчик. Так, ракушки. Ракушки. Кто звенел? Кто звенел? Да, найди тут, как всегда. А кто-то что звенел? Ку-ку! О! Вот такая шестереночка. Непонятная, звенела. Бижутерия. И снова сигнальчик. Опа. С пробами. С пробами, друзья. Лайкос. Лайкос, друзья, однозначно. Это мой любимый пляж. С этого пляжа сезон начинал. Первое колечко. Вот оно. Еще одно, друзья, колечко. С камушком. Что там написано? Проба. Ну, что-то, короче, написано. Крутое колечко. Однозначно, друзья, лайкос. Ищем дальше. И следующий сигнальчик. И следующий сигнальчик. Опять ракушки. О, вижу. Серьга. Серебряная серьга с вот таким камушком. Нормально, находки продолжаются. Короче, нашел яму. Буду бить ее до темна. Лайкос. И следующий сигнальчик у нас. Необычная находка для моря. Сеточка. Чего только не найдешь. Чай запаривали. Берем. Ну и вот, друзья, очередной скудный сигнальчик. Серега. Ну, походу, бижутерия. Такая вот мелочь маленькая. В виде сердечка. Ищем дальше. Какой шикарный закат. Красотень. Вот и откопались на сегодня. И по находкам. Шмурдячок. Даже сито попалось. Шмурдяка много. Разные гаечки, болтики. Чего только нету.
Он такой мелочный шмурдяк достал. По монитосам. Вот столько монитос. Много. По бижутерии. Вот такие вот три колечка каких-то. От браслета, походу. По серебру. Старое-старое серебро. Одна серьга. Вторая серьга. Вот такие вот серебряные серьги. И вишенка на тортике у нас колечко. Сколько грамм, пока не знаю, потом взвесим. Это по-любому лайкос. Вот так и откопались на сегодня. Все, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!